парковка. Заехали на парковку, стоимость 4 евро. Так, это цены. Сами смотрите, что почем. Есть меню, есть отдельные позиции. Вот такие аллеечки по всему парку. На самокатах, на вельчиках катаются. Так, есть номера для отдыха. Стоимость не знаю, может быть, посмотрю. Где-то прайс есть. Ну, прикольно. Короче, сколько пасется, не знаю, овцы это или кто. Блин, классно. А вот и крытый аквапарк. Ну, не буду вправо, потому что, короче, солнце там будет слепить. Красавцы. В общем, что оказалось? Оказалось, что эти ребята пасутся. Ну, блин, не овцы. Это, в общем, тут вот такой вот заборчик есть. Вот такой. Нигде никаких надписей нет. Ну, там вот видно, выглядывает металл, и оно слегка бьет током. Ну, мне кажется, надо табличку какую-то ставить, потому что табличек нигде нет. Немцы, вы что, гоните? Короче, вот такие жужики можно взять на прокат. Это электрокары. Не знаю, какая стоимость, надо смотреть. Они вот стоят тут на предохранителях таких мощных. Ё-моё. Кто-то ракетку забыл. Вот. В общем, номеров очень много. Я видел 436 циферку. Короче, вот это вот все домики, это все номера тут сдаются. Территория огромная. Аж там, вон там далеко есть. Тут, ну сюда, я так понял, на машине можно доехать. Вот такая вот дорога. Вот так вот. Да, сюда есть подъезд. Люди приезжают, в общем, отдыхают в горах. С вот таким видом. Вот, в общем, я уже сказал, везде домики. Это я подошел подснять. Вчера Хэллоуин был. Так люди повырезали. Ну что? Красиво. Там и свечки стоят. Кстати, вот еще раз повторюсь. Вон аж на горе там. Короче, домиков тут неисчисляемое количество. Даже интересно узнать, сколько здесь номеров. Ну, я думаю, 1500-2 точно. Короче, спускаемся к озеру. Вон какие-то домики сверху там. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Хотя там люди, не знаю, получится снимать или нет. Но это уже ближе к озеру, то здесь, конечно, такой сильный ветерочек дует. Да, да, прикольно здесь. А, это у нас идет на мостик. Сейчас ближе подойду, покажу. Вот озеро, здесь лодочки на прокат, уточки всякие, вон катамараны. Блин, красиво. А вон и ути-ути. Так, против солнца, конечно, ничего не видно, потом с другой стороны подсниму. В общем, это электролодки, а это катамараны, тоже электро, все заряжается. Теннисные столы на берегу стоят и очень много вот таких вот зеленых маленьких площадок для гольфа. Очень много. Футбольно-баскетбольная площадка для детишек. Так, технику, которую можно взять на прокат.
указаны на любой характеристике. Какой вес, стоимость. Спустился ближе к озеру. А здесь, конечно, красота. Лебеди. Как много и какие красивые. Класс. Вот они в 3 метрах от меня кушают травку. Приятного аппетита, ребята. Приятного аппетита. Короче, может, это и не лебеди, я не знаю, я в птицах не разбираюсь. Короче, как-то так. Утки, жирные утки, короче. Жирные, как я. Привет, братишка. Все нормально? Волейбольная площадка возле озера, песочек, все красиво. Я так понял, что какие-то генделыки, но они сейчас закрыты. Там столики стоят. Огромная зеленая территория, нереально огромная. А вот на озере катаются ребятки. Молодцы, красиво. А вон еще один только стартует. А вот дальше дом. На выворот, или как там правильно говорят. Красотень. Да, кстати, вон там домики не только здесь, а вон и вдали слева тоже. Очень много домиков. Короче, люди приезжают здесь, отдыхают, балдеют. Ну реально красиво. И газон. Газон вообще четкий. Это не просто трава, а засеянный газон. Вот так вот выглядит парковочка. Очень много парковочных мест. Цена, я уже сказал, 4 евро. Ребят, ну что, прогулочка подошла к концу. Снимал, конечно, немножко сумбурно, людей очень много. Старался не зацепить людей, детей и тому подобное. Сейчас вот возле парковки такой лесочек. Геолокацию я оставлю под видео. Поэтому, ну, спасибо, кто посмотрел. Всем пока. Да, кстати, очень много парковок для электрокаров. Можно погулять и сразу подзарядиться. Какой лес. Могучий. А вот едем на выезд. Сейчас, походу, надо будет заплатить вот в этой будке 4 евро. Короче, я ошибся. Не в той будке надо платить, а там, а вот, там есть такой аппаратик. Платишь и выезжаешь. Вон он стоит. Сейчас подъеду к нему. Короче, тяжело быть оленем. Там, конечно, было, наверное, написано, где покупать билетик. Короче, вот такой билетик надо было купить за 4 евро. Пришлось возвращаться аж туда далеко. В кассу заходить и, короче, покупать. Ну, как-то так. Так, неандерталец и каменный век. И современные космические технологии. Мой чек. Опа! Все, зелененьким загорелось. Шлагбаум открылся. И все.